часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта. Все разбито, все разбито. Танки, прикинь. Да. Включайте, не снимайте. И не думай снимать. Авиация пролетела. Достать. Вот так вот Украина и пойдет легко. Авиаудар произошел на ПГТУ. Вот горисполком. Двери пооткрывались, это все сложилось. Вот там вот плита. Ну вот заходим. Полно. В всех верхних этажах здесь были азовцы, они выгоняли. Вот мы вплотную практически подошли к территории Азовстали. До Мариуполя совсем чуть-чуть, здесь от нее ничего не осталось. Но здесь на месте уже эксперты насчитали 15 тел погибших. Он защищен от огня. Можете там мест, ну, 10 спальных. Thank you.
внимание, перевязка тут сильно. Сильно, командир. Сталь. Мамулечка. Открывается флаг над Мариупольской город-администрацией. Последние часы боев в районе морского порта Мариуполя, который сейчас уже полностью под контролем сил ополчения Донецка. Фактический момент. На шлеме трофейном. Наконец-то. Вышли к морю, пошли к морю. Вот видишь, с той стороны, вы смотрите, мы расстреляли, и следом получается вон там. Гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо. С утра, с 4 утра мы видим, бойовики украинские едут. Виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це є вища планка управління військами. Тим більше,
Плинский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 3-й бригады морской пехоты. Воинская часть А-28-2. Позывной? Волына. Thank you.